Ну, Юрий Борисович, он как-то рассказал, что за организацию мы представляем, но мы, наверное, не за этим пришли, а самое главное, вот зачем. Спасибо. Значит, вот мы послушали ваши доклады, замечательные, содержательные доклады, чувствуется, что вы, значит, владеете вопросом, а главное, у вас есть цель. Это прекрасно и великолепно. Но здесь вот, когда я пришел, и мы опоздали немножко, здесь прозвучала такая фраза, что патерналистические времена закончены, и нужна инициатива. Но я вижу здесь инициативных людей, и для вас эти времена, кстати, закончены, они для вас только, по сути, начинаются. И, безусловно, вы все хотите управлять, и это правильно. Но управляя, надо знать, как говорят, матчасть. Вы, наверное, тоже это почувствовали в свое время на каких-то своих личных жизненных примерах. Поэтому, если вы хотите управлять, то вы должны знать историю, вы должны овладеть опытом. Вы должны этот опыт сегодня трансформировать уже в новых реалиях, в новых вопросах и в новых, так сказать, условиях и двигаться вперед. Поэтому я просто сделаю несколько, наверное, предложений, если это не будет для вас несколько диссонансов в вашем сегодняшнем, кстати, заседании. Ну, хочу добавить к высказыванию Юрия Борисовича, что мы, как ветераны, мы чувствуем себя ответственными людьми перед отраслью, в которую мы вложили немало своих сил. И это вполне, так сказать, справедливо, и нам не безразлично, кто будет управлять этой отраслью. Поэтому мы сегодня у вас и появились. Вот тот Международный союз ветеранов атомной энергетики и промышленности, который мы создали, мы всего год назад приняли решение о создании такой организации. На сегодняшний момент прошло полгода, как мы официально зарегистрированы в Министерстве юстиции. То есть мы его доказали. И вот за это короткое время, тут говорилось о инициативе и так далее, мы уже сегодня вот выпускаем журнал, который называется «Наследие». Ну, не случайное название, наверное, объяснять его долго не надо. Ну, вот вы, если я вам сейчас раздам, может быть, всех не хватит, но вот молодой человек, можете начинать раздавать, вот возьмите его отсюда, да. Можете начинать раздавать, чтобы не терять время. Значит, так вот, на обложке вы видите, это генеральный директор нашей госкорпорации. Значит, он говорит следующие слова. Успех атомной отрасли заключается в решении двух важнейших задач. Первое – это реализация новых масштабных программ, которые ставит перед нами государство. А вторая – обеспечение безопасного развития атомной энергетики с сохранением славных традиций и максимальным использованием опыта старшего поколения. Я думаю, что короче и яснее вряд ли где-нибудь что-нибудь мы скажем, кроме, наверное, слов Ломоносова: «Учись, мой сын, наука сокращает, но в опыте быстротекущей жизни». Вот они полностью коррелируют друг с другом, вот эти выражения. Поэтому сегодня наша организация уже начинает, так сказать, набирать обороты. И в деятельности у нас есть раздел «Молодежная работа с молодежью». Я даю вам сегодня приглашение, приглашаю вас участвовать, во-первых, в нашей деятельности. Это раз. Второе, мы готовы сегодня половина журнала этого отдать, значит, вам для ваших публикаций. И это будет очень символично, потому что опыт молодым, поэтому отведем, давайте, половину журнала опыту, а половина журнала, значит, вашему восприятию этого опыта. Если вы не возражаете, будем считать, что предложение принято. Прошу назначить ответственного человека, который будет с нами взаимодействовать уже в этом конкретном, так сказать, деле. Ну, еще, наверное, я хотел бы сказать, вы сегодня, ну, я так понимаю, что здесь в основном все-таки это бывшие СНГ, да, представителей здесь иностранных нету.
Поэтому я хочу позвонить в качестве такого напомнить. Вот сегодня Ленинград, молодежная организация, докладывала о своей деятельности. Но почему у вас у всех нигде не сказано о том, что молодежь общается с ветеранами, принимает у них опыт и так далее? На Ленинградской станции сегодня имеется такой величайший история атомной энергетики Дмитрия Анатолия Павловича, который сегодня возглавляет университет. Это история, мы с ним начинали еще в Томске, еще с того момента, когда, как вы помните, называлась «Ковали атомные щитроги». Значит, в Ульяновске, в Димитровграде, там есть Сидорович Владимир Петрович, который тоже мы начинали еще в Томске. Есть мы в Небе Курносов Владимир Александрович, это один из гигантов. Я так считаю, не только я считаю, это считают все, один из гигантов проектного дела, именно проект объектов, которые он проектировал, связанные с таким опасным, значит, производством, как ядерными технологиями. Я могу многих, так сказать, перечислить, но я хочу вас призвать к одному. Вы, вступая в эту отрасль, связывая с ею свою судьбу, вы ответственны становитесь перед человечеством. И почему я вам объясню? Значит, любая страна вправе принять решение об использовании ядерной технологии. Пока она это решение принимает, это ее чисто национальное дело. Стоит только ей начать заниматься этой ядерной технологией, это становится уже не личным национальным делом, а это уже касается будет судеб народов соседних стран и всего земного шара. Об этом ярко говорят такие примеры, как Чернобыль и Тримайлайленд и сегодня Фукусима. Поэтому я хочу, чтобы вы обратили на это особое внимание, значит, начиная вот со своей трудовой деятельности. Спасибо вам за внимание. Я хочу вам пожелать удачи. А удача, она не самая последняя. Вы люди умные, но еще если вам еще будет сработать удача, это будет просто замечательно. И имейте хорошие, крепкие семьи. Семья – это тыл, который вас будет смотреть вперед, не оглядываться. Спасибо. Thank you.